Приют ГАФ расположен в Малых Вязёмах. Здесь содержится около 300 собак, 40 кошек и другие животные. Большинство из них были брошены на произвол судьбы нерадивыми хозяевами или оказались на улице из-за сложных жизненных обстоятельств бывших владельцев. Больные и измученные, они попали в добрые руки сотрудников приюта. Чтобы прокормить такое количество питомцев, владельцы приюта регулярно бросают клич в интернет-ресурсах и просят помощи у неравнодушных людей. Мы периодически просим помощи у людей в интернете, через знакомых. Люди откликаются, помогают кормами, лекарствами. Также очень бывают нужны подстилки для животных, одеяло, покрывало, простыни. Единороссы и сторонники партии, а также представители общественной палаты уже не впервые помогают приюту ГАФ. В этот раз они привезли около 30 мешков корма, теплые подстилки для животных и дезинфицирующие средства для уборки в вольерах. Акция – это такие разовые мероприятия, да, хотя и достаточно частые, но мы приехали сюда на самом деле с благодарностью, что есть такой приют, который может помочь животным, которые вот собирают в нашем Одинцовском округе, ну и, я так понимаю, везут и больных, и как бы и жители, кто-то отказывается. В акции приняли участие и представители молодой гвардии «Единой России». Они тоже на регулярной основе оказывают помощь приютам для животных в Одинцовском округе, привозят корма и выгуливают собак. В постоянном режиме помогаем, будем помогать. Надеемся расширять команду и возможности для дальнейшей помощи. В этот раз помощь приюту оказали и представители малого бизнеса из Одинцова. Наталья Русу – владелец кофейни. В своем заведении она организовала сбор средств для животных из приюта. За небольшой отрезок времени удалось насобирать деньги на 3 мешка корма. Неважно, это магазин, кофейня, ресторан. Как бы, как есть QR-код для чаевых, я считаю, что можно везде такое сделать, чтобы был сбор средств для собачек, потому что они нуждаются в нашей помощи. Если мы можем сами идти на работу и заработать деньги, то они, к сожалению, это не могут сделать. Поэтому призываю всех помогать нашим друзьям. Если для животных не удается найти хозяев, то в приюте ГАФ за ними ухаживают пожизненно. В январе этого года из 300 собак удалось пристроить около 10. Оказать помощь приюту и найти здесь верного друга может любой неравнодушный человек. Акция помощи животным прошла в рамках партийного проекта «Единой России. Чистая страна». Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».